На этой шкуре я рос и не оправдывал надежд родителей. На ней я размышлял, как жить дальше. Но семейство наступало, а шкура становилась мне мала. О чем ты думаешь, мое солнышко? Я думаю, что Мэгги гораздо умнее. Зато у Эки великолепная фигура и забавное лицо. А вот Кэтрино дура фантастическая. Все эти девушки обожают меня и ждут. А моя замечательная мамочка неизвестно ради чего вынуждает меня убивать время в этом подвале. И зачем только вы угрохали на него все свои материальные и душевные силы? Разбирать не спасает от головной боли. Прими таблетку. Спасибо, мое сокровище. Она мне не поможет. Не могу его позвать, дорогая Кэтрино. Его просто невозможно оторвать от мольберта. Всюду краски, полотна. Мозаики не забудь, мозаики. Спасибо, деточка. Прошу тебя, Кэтрино, передай привет папе и мамочке. Это какая Кэтрино? Очень умная. С какой стати ты вмешиваешься в мою личную жизнь? И почему вам взбрело в голову засунуть меня в академию? Это один из лучших вузов. Медицинский тебе не подходит. Ты с детства боялся крови. Остается академия. Привет. Сядь. Благодарю. Носи. Какие картинки, глаз невозможно оторвать. Сильно сработано, правда? Краски тусклые, лица мрачные, художник пессимист, а из этой бороды очень хочется вырвать несколько волосков. Гарик, ты свободен. Это твои вступительные работы. Завтра ты отнесешь их в Академию художеств, и тебя допустят к экзаменам. Очень хорошо. А что будет дальше? Дальше тебя будут учить рисовать целых 5 лет. Понятно, все идет как по маслу. Но это не мой стиль. А кто тебе нравится? Скажи маме, солнышко. Не стрикачи, дорогая. Из наших пиросмани. Пиросмани? Да. Боюсь, из комиссии его кто-нибудь узнает. Право, презирать тебя или уважать, не знаю. Отец твой пользуется всеобщим уважением. Еще бы, такой солидный, уверенный в себе человек. С такими связями. Какая у него на редкость благополучная семья. Какой у него шикарный дом. Он щедрый, гостеприимен. Уважение и любовь к нему открыли его сыну все дороги. Очень заманчивая перспектива. Но не в моем вкусе. По-моему, оскорбительно ужасно скучно катиться по проложенным рельсам. Да? Он в мою сестру? Только не это. Слышишь, я презираю весь тот джентльменский набор. Я советую прибереть свой пафос для восторженных девушек. А без мамы, и особенно без меня, ты пустое место. Нам приходится все делать за тебя. Так что не выкаблучивайся. Я бездельничать тебе не позволю. Хорошо, я буду работать. А интересно, кем? Ты ведь ничего не умеешь. Разве что дворником. О чем ты говоришь, Гейдар? Если мой внук хочет работать, устрои его на хорошее место. Что может быть лучше? Идея превосходная. Благородный труд и к тому же свежий воздух. Пошел вон. Карету мне. Карету. Вот такой был разговор. А что ты все-таки думаешь делать? Я не знаю. Хорошо. А что ты молчишь? Ты, как-никак, моя тетка. Ну, представишь чужие работы, совершишь подлог. Допустим, тебя примут в академию. Конечно, это очень престижно. Но что с тобой будет дальше? Ведь ты и рисовать-то толком не умеешь. Значит, твои работы будут выполнять другие. А научиться невозможно? Нет. В искусстве прежде всего талант. А раз его нет, чужое место занимать подло. Кем быть?
Ты пока не решил. Остановиться самостоятельным пора. Можно с чего угодно начать, Никуша. Твой папа пошутил насчет дворника, ну и что ж, это тоже неплохо. Итак, я дворник. Я не поступаю в академию. Я больше не мамина солнышко, я теперь самостоятельный молодой человек. И все это дуду. До последнего времени я почти ее не знал. Тетя, несостоявшаяся актриса, всю жизнь проработала в театре, в литчасти и считалась в нашей семье белой вороной. Начиная с экстравагантных нарядов, которые она сама шила, и кончая общими представлениями о жизни, все в сестре раздражало отца, и они не общались. Но когда мне пришлось принимать первое в жизни решение, почему-то я обратился к ней за советом и не ошибся. Черт возьми, да. Сначала палить надо, слушай, говори, стой, человеку начать новую жизнь, как его окатывают ледяной водой. Это что, боевое крещение? Дудуся, ты где? Входи, я сейчас. О, ты опять сделала перестановку? Да. У меня набралось много бумаг и фотографий. Я думаю, пора от них избавиться. Как это сделать? Сейчас придумаем. Ну что ж, я готова к прощанию с прошлым. Иди сюда. Ничего себе, Дудуся. Жечь, жечь, жечь. Срочно. Костер разведем? А на что нам духовка? Чужие письма читать нехорошо. Тебе не говорили? Наверное, говори. Кого ты тут называешь Дон Жу? Донжик, то есть Дон Жуан. Так я дразнила в молодости твоего отца за влюбчивость. Твой отец тогда работал на железной дороге. Все были от него без ума. Он мечтал переделать мир. И давал мне об этом в письмах подробнейший отчет. Эти письма принадлежат истории. Все они принадлежат мне, милые. Особенно после того, как их уважаемые авторы превратились в совсем других людей, вообразивших почему-то, что они имеют право получать легкомысленную дуду. Но я-то помню, какими они были. Веселые, талантливые, мечтающие спасти человечество. Я сулила им великолепные высоты. Да? А они взяли и сбежали от меня. На следующий день я шел в мастерскую своего приятеля. Там после экзаменов в театральный институт собрались наши подруги. Но я встретил Дуду. Она потащила меня в совершенно противоположную сторону, с интересом вдаваясь в мельчайшие подробности моей жизни. Такое внимание поставило меня в тупик. Мы по делу? Нет. Просто захотелось немного погулять. Если бы у меня были деньги, я бы тебя пригласила в кафе. Всю жизнь меня мучит вопрос, почему они так быстро исчезают. Спасибо. За что ты меня благодаришь? Я благодарю тебя за то, что ты полез в карман. Автоматизм этого движения выдает твою природную щедрость и редчайшую отзывчивость. В тебе заложена уйма замечательных качеств. В будущем они проявятся, и ты достигнешь необычайных высот. Откуда ты знаешь, каким я буду? Я всегда знаю, какое будущее суждено людям, вызвавшим мой интерес. Ты смело можешь поверить в мои слова. Твои предсказания сбивались? Нет, потому что к ним никто не относился всерьез. Да? Неужто ты рассчитываешь на меня? Ты моя последняя ставка. Честно говоря, я всю жизнь мечтала быть причастной к расцвету чьего-либо дарования. У меня возникло желание пригласить тебя на обед. А деньги? А друзья и подруги? Я сейчас позвоню. Ку-ку. Наконец-то пришла в мальчик. А, госпожа Эка. Никуша, давай потанцуем.
Потанцуете? Да, конечно. Представляешь, Никуша, меня позавчера похитили. Правда? Эй, ну послушай, что со мной случилось. Взгляни, мне идет. Угу. Действительно похитили? Вы меня заинтриговали. Кокос зато подкатывают, а я весь день твоего звонка ждала, так и не дождалась. Вот и поехала кататься с ними. Знаешь, Никуша, я готовлю Офелию. Наверное, ничего не получится. По-моему, я не поступлю. У меня полная депрессия. Еду, болтаю себе, очнулась в Кутаиси. И представляете, они мне заявляют, мы тебя похитили. Я калачу дотло в бок и воплю, помогите. А несемся с бешеной скоростью вот по такой дороге. Как это прекрасно. Я всю жизнь мечтала, чтобы меня похитили с такой скоростью. Ее без конца похищают, и все безрезультатно. А папа, представляешь, что мне сказал? Еще раз украдут, домой не возвращайся. Поверь мне, я даже ни малейшего повода не даю. Мэгги, твои флюиды передаются через глаза, руки и даже случайные предметы. Это же элементарный магнетизм. Девочки, кто мне погадает? Пожалуй, я могу попробовать. Начните с меня. Посмотрите, какой у меня загадочный рисунок. Сейчас взгляну. Минуточку. Я тоже очень хочу. Мэгги, не нервничай. Интересно. О, я вижу верблюда и аэроплан. Вас ждут заморские странствия. Здесь еще мелькает кенгуру, вы обязательно побываете в Австралии. Я вам завидую. Здорово. Просто поразительно. Что именно? Два зеркальца. Эко скоро выйдет замуж, очень изменится и растолстеет. Будет удачный брак. Красавец муж, очаровательная свекровь и много-много детей. Мать-героиня. А Теона человек конкретного ума. Она сделает научное открытие. А я? Вы девушка непростая. Ссориться с вами довольно опасно, наверняка. Вы преуспеете и станете важной персоной. Имея в виду, Никуша, Кетино будет большим начальником. Многим из присутствующих еще придется прийти к ней на поклон. К вершительнице судеб Кетино. Не дурно. Сколько можно молчать? Не понимаю, чем я тебя обидела. Было так весело и мило. Зачем вы метали бисер перед ними? Знаете, что они о вас скажут? Сумасшедшая старуха. Вот именно. А вам безразлично, что о вас говорят? Умный человек никогда не боится выглядеть дураком. Не морочьте мне голову, мечтали об успехе. Да? Ну, у кого этих безмозглых куриц-то? Вы меня просто убили. Я был о вас более высокого мнения. Слушай, как ты можешь со мной так разговаривать? При чем тут успех? Людям нужно говорить добрые слова, а девочки совсем не курицы. Просто они боятся быть самими собой. Они напялили дурацкие маски для того, чтобы на них обращали внимание. Самоутверждаясь в глазах других людей, мы порой творим всевозможные глупости, Никуша. Да? Знаешь, мы с тобой разминулись во времени. Ты больше человек моего поколения, чем я сам. Давай с тобой дружить.
Между прочим, благодаря Дуду я не совершил подлога. И что ты в ней нашел? Да тебе, мамочка, этого не понять. Она естественная. Ты же позоришь нас перед всеми. Твоя тетка Дуду полоумная. И вот что я тебе скажу. Я давно с ней прервал отношения. Если хочешь чего-нибудь достичь в жизни, не встречайся с ней. Должен быть холмик. А мы не заблудимся? Я знаю все пути, ведущие к моему дому. Микки, Микки! По-твоему, это холмик? Когда-то я здесь поднималась с легкостью. Хотя, честно говоря, это было лет 25 тому назад. Но ничего не поделаешь. Раз мы выбрали этот путь, Никушка, мы просто обязаны. Это наш долг. По нему пройти. Поползли. Возьми мою накидку. Угу. Вперед. Опа. Сразу за ним мой дом. Помоги-ка. Прошу. Ой. Этот холмик напоминает мне сам Татбияль. Слышал когда-нибудь? Моя деревня? У нас там был дом. Почему-то в детстве я терпеть не могла выезды на природу. А сейчас сам Татбияль мне снится. Как место чистейшего счастья. Ты с тех пор туда не ездила? Ездила. Очень давно с одним из своих мужей. Только он ни черта не понял. Впрочем, там, наверное, нет ничего особенного. Огромная скала, нависшая над деревней, и вокруг холмы. Я хочу, чтобы возле этой скалы меня похоронили. Оттуда все видно. Ой. Дудуся, ты что? Мечта идиота. Там воздух пахнет моим детством. Там я настоящая. Там я просто замечательна. Ой, Никуша, я тебя заждалась. Ты разбогател? Встретил клумбу. Приятная встреча. Ты ее ограбил? Нет. Нет, немного облегчил. Очень кстати. Нас сегодня навестят мои тетки. Я удиру. Только попробуй. Иди сюда. Они нас заговорят до полусмерти. Давай устроим небольшой карнавал. У нас есть великолепная возможность. Они пишут воспоминания об Абесоломе. Да? Тоже мне гений. Тетя Мери воспылала желанием увековечить каждую секунду жизни своего незабвенного супруга. Какой костюмчик? Ищи. На, надевай. Туз. Очень неплохо. Ты поговоришь с Никушей? Черт подери, вся семья вкладывала силы в твое воспитание не для того, чтобы ты действовал нам на нервы и срывал мою работу. Я думала, что после выхода в свет твоих воспоминаний о бабе Соломе ты можешь позволить себе небольшой перерыв. Превосходно. Я читала целую ночь. Теперь все узнают, что Абесолом был не только большой писатель, но и человек большой. Медико, ты пропускаешь ход? Вот как? В эссе «Мои современницы» я ссылаюсь на тебя, Мэри.
Мы выиграли. Ты проиграла, отказавшись от вуза и от помощи своих родителей. Да нет, мальчик просто запутался. Безусловно, здесь чувствуется чужое влияние. Каждый человек имеет право распоряжаться своей судьбой. При таком больном сердце Дуду взвалил на себя непомерную задачу. Не беспокойтесь, я чувствую себя неплохо. Кстати, послушай, Дуду, совсем забыла рассказать тебе о нашей бедной подруге. Несчастной Элечке никто на свете не позавидует. В последние годы она подружилась с какой-то странной девицей. И где только она ее откопала. Хваткая, хитрющая. Вцепилась в нее, как рак клешнями. Оторвала от всех подруг. Даже меня не подпускала. Элечка прописала ее у себя. Составила на ее имя завещание. То есть сама подписала себе смертный приговор. А эта девица заморила ее голодом. Заморить голодом, как это бесчеловечно и жестоко. Гуман не пустить в ход толченое стекло. Сиди спокойно. Я благодарю покойного супруга за то, что он подарил мне дочерей. Извини, Дуду. Я не могу пожаловаться на своих детей, но я запомнила на всю жизнь, как однажды бедный Абесалом сказал мне: «Я боюсь за судьбу нашей молодежи, любимая». И мой супруг был прав. Именно эта печальная мысль терзала его все время, и она сократила ему жизнь на целых 5 лет. Помнится, твой супруг умер от цирроза печени. Какая чепуха! Чепуха то, что вы говорите про эту бедную девушку. Вспомните, как она ухаживала за Элечкой, спокойная, добрая, самоотверженная. Вот, например, в твою библиотеку наверняка приходят много молодых людей, но для тебя они всего только абоненты. А они заняты важными делами, Мэри. Нет, мы с Никушей вмешиваться в нашу жизнь не позволим. Нас голыми руками не возьмешь. Дуду, ты пожалеешь об этом. Не надо, Мэри. У нее жизнь не удалась. Она нуждается в сочувствии. Она ненормальная. Я помню, Абесалом играл с маленькой, а потом вдруг произнес: девочка оригинальна, но непредсказуема. Спасибо Абесалому за его лестное мнение обо мне. Но вы очень увлеклись обсуждением моей персоны. Все-таки Дуду неисправима. Пойдемте, девочки. Дудуся, сеанс разоблачения состоялся. Ну, в конце концов, где наши великодушие, гуманизм и любовь к человечеству? Разве можно быть такой несдержанной? Жизнь у меня не удалась. Медико по-своему права. Не удалась? А судьи кто? Мы еще не покажем. Я вряд ли. Как мне теперь жить? Вот так. Правда? Вот так. Я уже не представлял себе жизни без Дуду. После визита родственных почтенных кукол я первый раз в жизни почувствовал ответственность за другого человека. Ведь Дуду, оказывается, гораздо больше меня нуждалась в поддержке, защите и внимании. Дуду! Дуду, ты спишь? Что случилось? Я должен украсить улицу к Дню Конституции. Ты мне поможешь? Я? Какая же я все-таки дура. Ну? Последние годы я просто ежедневно совершаю преступления. Просыпаю такое замечательное время суток. Крим! Немного правее. Ага, вот так. Ровно? Да-да, теперь ровно. С сегодняшнего дня встаю в половине 8. В 7.
Вообще начинаю новую жизнь. Долой кухонные разговоры. Довольно копаться в прошлом. Пусти. Всем подъем. Потом зарядка. С 8 до 2 работа. Вечером театры, концерты. И вообще активный, деятельный образ жизни. Мы обязаны, дай молоток, что-то совершить. Я чувствую то же самое, но не представляю себя, с чего начать. И я до сих пор не знала. Ой, как красиво. Только сейчас научилась даже от такого простого дела ловить кайф. Тутуся, что за жаргон? Это почти жаргон моей молодости. Только мы говорили кайфовать. У меня сегодня весь день хорошее настроение. Это потому, что мы с тобой украшали город. Возьмешь меня в напарники? Можно. Спасибо. Работа полезная. Людям без нее не обойтись. Призвание свое ты обязательно найдешь. А пока не кушай, заботься о нашем городе, ведь он с каждым днем становится красивее и красивее. Стараюсь. Тебе в армию через год. Повзрослеешь, научишься широко смотреть на мир. Может быть, тебе приглянется какая-нибудь военная профессия. Вернешься офицером, может быть, моряком. А почему бы и нет? Море меня увлекало с самого детства. Вернешься из армии, встретишь девушку, женишься. Я не теряю надежды понянчить твоих ребятишек. По-моему, это будут мои внучатые племянники, верно? Я должен выпить за твое здоровье. Ты мой друг, я тебя очень люблю. Хочу тебя порадовать, Дудуся. Только для этого мне придется денька на два испариться. Я одолжил машину. Надо ее починить. Мы с тобой поднимемся на скалу, с которой все видно. Я так много думала эти дни о тебе, Никуша. О тебе. Пока я не могу себе представить, чем в конце концов ты будешь заниматься. Уверена, будешь нужен людям. Проживешь достойно в этом широком, огромном мире. Мне тоже хотелось приносить пользу, но не всегда у меня это получалось. Ты другое дело, у тебя получится. Твое здоровье. Ой. Дуду! Дуду! Кто у тебя, Дуду? Где ты? Мы же ездим в Санта-Пиане. Куда ты запропастилась? Дуду! Она легко умерла. Села на диван и конец. Сердце. Сердце было больное. Какие похороны ей устроили. Так вы чужие. Я все устроил. Бакинское кладбище. Я уже договорился насчет прекрасного автобуса. Нет, нет, не говорите мне об этом грузовике. Парень сошел с ума. Какой кошмар. Ты же соболезную. Мама, ты устала, иди домой. Спасибо, я прекрасно себя чувствую. Не надоело еще? Я должен исполнить ее завещание. А ты подумал, что будут говорить о нас люди? Только ты можешь думать об этом в такой момент. Мальчик разволновался. Ну как же мне вам втолковать? Туду хотела, чтобы ее похоронили в ее родном Санта-Тбиане. А что такое Санта-Тбиане? Это место, где она была счастлива. Она всю жизнь мечтала вернуться туда. Я не разрешу, чтобы мою сестру хоронили в какой-то дыре. Она носит уважаемую фамилию. Решать этот вопрос не нам с тобой, отец. Мы просто обязаны исполнить его волю. Как же мы будем ездить к ней на могилку? На чем туда добираться? Это очень далеко. Прекратим пустые разговоры.
бедная Дуду. Это последнее, что мы можем для тебя сделать. О, бедная Дуду. Я поеду с тобой. Нет. Ну, пожалуйста, дядя. Я сказал нет. Пожалуйста, я вас прошу, сверните направо. Мне сказали на Вокинское кладбище. Я вас умоляю. Пожалуйста, она хотела быть похороненной в Сам-Татвиане. Боже мой, куда он едет? Куда он? Мой мальчик, он сошел с ума. Останови машину. Замолчи. Подъезжаем в Сам-Татвиян. Где мы? Дуду, вот тебя и похитили на большой скорости. Ты знаешь, я вдруг неожиданно четко увидел лица людей, едущих за нами. Маму, папу, бабушек, девочек. Я увидел их другими глазами, словно в первый раз. И вдруг почувствовал, что они мои, что я люблю их всех. Именно поэтому меня так коробили и раздражали их недостатки. Если бы не любил, то оставался бы равнодушен. Я сумел почувствовать это благодаря тебе, твоему открытому и непосредственному взгляду на мир. Вот почему мне так хочется рассказать им о тебе и показать твое любимое старое Сам-Татвиане. И скалу, нависшую над деревней. Скалу, с которой все видно.